Відчуваєш неспокій? Квайт заспокоює, і на душі стає легше. У сына нежить. Чи можна йому займатися дзюдо? Еще раз хочу обратить ваше внимание. Насморк – это не диагноз. Насморк – это симптом. Например, если у этого ребенка аллергический насморк, можно ли ему ходить на секцию дзюдо? Да, конечно, можно. Пусть идет, ради бога, на свою секцию дзюдо. Или у него аденоиды и хронически заложенный нос. Можно ли ему ходить на секцию дзюдо? Можно. А если у него острая респираторная вирусная инфекция, нормальная температура, но второй день сопли ручьем, можно ему ходить на секцию дзюдо? И там еще обниматься с детьми другими, чтобы позаражать их? Другой вопрос в том, что когда у ребенка насморк, то ответить на вопрос, он опасен для окружающих или не опасен, можно ему ходить на тренировку или нельзя, кто должен? Мама. Не мама, а врач. Поэтому врач к такому ребенку, как правило, может написать справку. Вася Иванов. Аллергический насморк. Посещать секцию дзюдо можно, и он идет себе спокойно на секцию дзюдо. Это тот же вопрос, который мы все время рассматриваем, когда говорим, можно ли с соплями в детский сад. Вот именно поэтому надо понимать, что насморк насморку рознь. Есть насморк, при котором можно. Поэтому мой вам совет. Если у вашего ребенка насморк, связанный с острой респираторной вирусной инфекцией, то ему, конечно же, можно много гулять на свежем воздухе. Даже пробежаться с папой по парку можно. И в выходной день всей семьей вместе с этим сопливым ребенком поехать в лес за грибами. Все это однозначно можно, я бы даже сказал, нужно. И это будет способствовать выздоровлению. Но с этим насморком идти туда, где куча других детей, будь то секция дзюдо или школьный класс, это совершенно неправильно. Вот и делайте правильные выводы.